пока существует паразитическое мировоззрение у людей, ничего не изменится. В этом плане есть хорошая китайская легенда про какой-то дракона, который сколько видите, пытались победить. Помните, даже сказка была сделана хорошая, между прочим. И что там мальчик находит, черепах помогает, находит волшебный меч, идет, сражается, побеждает дракона. И слуга дракона говорит, вот теперь ты владетель, вот твоя сокровищница. И этот мальчик идет в сокровищницу, видит богатство. И случайно обратил внимание на зеркальный щит и увидел, что он начинает меняться, превращаться в дракона. Потому что если человек нравственно и духовно не вырос, попадая в такую ситуацию, он не устоит против соблазна, какой-то огонь, воды, медные трубы. Большинство людей не готовы. Они должны пройти путь. Не потому, что невозможно, а потому, что для того, чтобы выстоять против этого, человек должен пройти определенную эволюционную дорожку. И если он не прошел, то ему выстоять почти невозможно.